Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр, и сегодня мы играем взял ритуал. А это что это? Он Wailing in Sound. Какая-то фигня, но я не знаю, что это означает. Ребят, все, просто начинаем играть. Это страшная игра, инди-хоррор. Мы начинаем новую игру. Я не знаю, что сейчас будет, я просто запустил. Ладно, ребят, не буду вас обманывать, я гляну ролик, хочу посмотреть, про что там инди-хоррор. Он довольно интересный, все, еще буду пугаться, играть, но я посмотрю всего 2 секунды, ребят, просто посмотрю, что там первого лица было, и все, больше меня ничего не интересует. Главное, чтоб был инди-хоррор. Так, что у нас происходит, белый экран, все ясно. Отлично просто. Ой, блин, вот, ребят, читайте сами, я не понимаю, что здесь написано вообще. Я мышку специально включал, чтобы... О, что это? Блин. Я вот когда первый раз запустил игру, потому что она будет от третьего лица. Я думаю, ну не, нам такой инди-хоррор не понадобится. А потом немножко, блин, посмотрел видос. Читать, я, ребят, плоховато читаю, и не надо мне такое. Your kin caught the worst of it yesterday. You were lucky to miss that boat. I wasn't going to come at all. It was a last minute decision. I wanted to be slow motion. You know if there's a radio or a phone in there? I couldn't tell you. Been riding this mix for 30 years and never got an invite past the dock. Heard lots of stories about this place though. Some I wouldn't care to repeat. I wouldn't know. This is my first time back since I was 8. When are you due back? Same time tomorrow. Take care now. Все, мышка у нас пропала, ребят. Теперь вместо мышки... Вау, у нас ножки есть. Ребят, и мы можем прыгать. Вообще просто супер, все. Хорошая оценка, смотри, можешь приседать. Вау, хопа. Приседаем вот так вот. Так, подходим к этой безопасной хрени. Хоп. Все, ребят, если что-то увидим, сразу будем приседать. И что здесь делать, еще не знаю. Ну, ребят, сейчас посмотрим, сейчас узнаем. Бегать можно. Отлично. Записон, бери его. О, как классно все сделано. Sorry, we're not here to meet you. The storm got too bad. Uncle Brian, Finn and Megan are here. We've gone up to Grandpa's house, Rowena. Отлично. There's a flashlight on the desk inside. Вот, красиво все выполнено, ребят, офигенная игра. Мне кажется, даже покруче, чем Затап. Смотрите, дерево просто упало и нахрен сломало нашу деревушечку. Вот, мы берем фотоаппарат, да, это же фотоаппарат. Нет, это кассета. Звуковое сообщение. Фонарик. Самое главное в инди-хоррорах – это фонарик. Ой. А, типа он отключил? Подожди, не понял. Включи. И выключи. Странно как-то. Ребят, свет я потушил. Удочки. Who remind me of my daughter? My daughter. This island has been in our family for 5 generations. It and all its secrets are now yours. Точно, может здесь батарейки есть, ребят? Может батареек нет? Ну, пойдем исследовать. Так, скорее всего батареек здесь нет. Я бы не хотел, чтобы эти батарейки были. Нафиг это нужно вообще? Так. Что это у нас тут? Интересненького есть. Красивый лес, ребят. Вот мне лес очень нравится, ребят. Так, прыгаем. Воу, смотри, как она ловко перепрыгивает. Хопа, и поприседали немножко. Вот так, отлично. Пошли дальше. Так, какое красивое дерево. Быстро бежим. Красивый у нас лес. Просто офигенно. Я, кстати, ребят, даже про эту игру ничего не узнал. Какого года она сделана, не знаю. Может, это вообще не инди-хоррор, может, это полноценная игра. Но я когда смотрел, люди выходили за серии там 6, за серии 8, ну, как кто так. Видишь, как фонарик переливается странно. Не знаю, с чем это связано. Ну, ладно. Пойдем смотреть, что-то мы ищем тут. Какого-то дядю. Мы приехали кому-то в гости, наверное, да, ребят? И дождь идет, офигенно вообще. Что это? Идите. Ищите СЕС. Ясно. Ребят, что-то у нас с экранчиками очень хорошо все. Ну ладно, ничего страшного. Hey, is anyone in there? It's Moira.
Rowena, it's me. Вау. Holy shit. Фига себе. Что здесь произошло? Фу, это плечо, ребят. Я думал, кто-то еще подходит. Кажется, что-то внизу генератор было проще, чтобы они были включен. Не, ребят, лучше не будет. Нафиг не нужно. Что это у нас? Бери. О. Молодец. Что это у нас такое? Blessed Island was bought by my father in 1891. He had left Europe with some wealth in his pocket from the stock market and sought the tranquility of the coast. He was a free thinker, an intellectual, and was attracted to the isolation. He brought with him others like him to create, to build, to theorize and plan. One eye looking back to the old ways, the other gazing towards the future. Our heritage is rich with ancient arts and the unseen. A dream to some, but a nightmare to others. Что, он с холодильником? А, точно. У нас тут что-то ничего не работает, ничего не взаимодействует. Почти ничего нельзя брать. Но кроме вот этой стигни, которую можно брать. Во! Видите? Что у нас тут? Вау, что-то даже под лазом, ребят. Что здесь может такое быть? А ну-ка. Угу. Понял. Смотри, там электрошот. А, нет. Это просто зубная паста. Ясно. Не, прикольный домик. Ребят, хороший домик. Мне очень нравится он. Такой уютный. Такой прелестный. И никого здесь совсем нет. Тя-т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 я. Так. Вот, тут еще одна ванная комната. Еще одна комната. А, это какие-то пилюлечки. Вау, блин, ребят! Фух, такая жесть. Просто упала кукла. Мне так уже перепугалось, ребят. Это все атмосфера. Это все атмосфера, блин. Я прям со стулки чуть не улетел. Да блин, ключи эту хрень. Отлично. Ключик. Что-то все глаза повырезали. Какие звуки, когда ключик. Знаете, как Ниндзя Гайден, кто играл? А ключик не? Не подойдет? Ну ладно. Как Ниндзя Гайден в третьей части. Очень звуки похожи. О, как красивое море. Красивое море. Эта кукла мне просто, блин. Я сейчас на стрёме сижу, ребят, просто на стрёме. Хрен поймёшь, что тебе уже ждать. Понятно, что это уже иди хоррор, ребят. Что это? А это стулка. А! А, это у меня закрыли уже. Так. Включи фонарик. Так. Пошли дальше исследовать. Здесь мы уже были. Пойдёмте в ванную комнату. А ключ от чего? Здесь? Вот, ребят. Только не в подвал, блин. Да, ребят, чисто в подвал. Ну ладно, пошли, посмотрим. Так, сколько у них здесь, офигеть, ребят. Запас, всю, запас на всю жизнь. Можно здесь жить всю жизнь. Так, заводи. Давай, детка, давай. Опа. Оп. Давай, еще немножко усилий. Какие у тебя руки офигенные просто. Как будто воском на них покапали. Ой, боже мой, камера, старая камера. Что она сейчас покажет? Что это за хрень? Ребят, это опять напоминает затап. Очень сильно. Что происходит? Ребят, там куда-то Саурон стоял справа. Это кто-то, это дядя Брайан? Оу, блин! Какого хрена? Что это за фигня? Зомби!
У него глаз нет, ребят. Ему глаза вырезали. И он на звук ориентирует, смотрите. Камеру верни, скотина. Это же Stop the Zombies, ребят. Тихо. Тихо. Чё там делаешь? Пойдем спокойненько, так идем себе. Оу, щет! Ребят, нахрен, это уже не смешно. Открывай эту долбанную хрень. Закрывай эту долбанную хрень. На замок. Что это у нас? Трусы висят. Ой, он стучится. Фонарик. Двигай. Молодца. Вот так, ребят. Иди нафиг отсюда. Беги! Господи, оставь меня в порядке, падла! На, на. Все, мне хана, да? Ребят, ну все. Она даже не так сопротивляется. Ребят, качи. Не понял. Ребят, так должно было быть, что ли? Что это значит? Ребят, конечно, так должно было быть. Это по сюжету надо, да? Или нет? А! Подождите, он, значит, даже не затащил. Ребят, игра подумала, что мы прошли. На самом деле, мы просто зафейлились. Я бегу. Быстрее. Так, пошли сюда. Здесь больше осматриваемости. Да что ты дышишь на меня? Прям микрофон дышит. Да ладно тебе. Ладно, куда я уйти отсюда? Вам корень. Хватит дышать, падла. Нет. Не надо. Ты чё? Вообще что ли сдурела? Ребят, мы же заблудились. Куда мы вообще идем, блин? Тропинки, тропинки. Если я тоже так по лесу гулял, гулял, когда заблудился. А-а-а, ребят, я понял. Это тайное сообщество ASMR. Кто я смотрел ASMR, ребят, ставьте лайк. Берут и на ухо. И на ухо часа шепчат там всякими штучками там. Кисточками там на тебя там машут. Но мне кажется, это что-то не то, вообще не в тему. Вау! Тут стоит? Это дерево, фух. Вау, что это было? Ребят. Что это было даже? Фух, ребят. Короче, мы продолжим в следующей серии. С вами был Лысый Пётр, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока, блин, это была жизнь просто. Grill, drop it hard.